Осень – это пора сбора урожая, подведения итогов сельскохозяйственного года. Поэтому осенью традиционно в школах устраивают осенние выставки и ярмарки. Этот праздник урожая и изобилия дает учащимся школ и жителям города возможность понять, насколько богата и плодотворна земля. Во дворе средней школы номер 12 были выстроены столы с угощениями собственного приготовления. Для учеников была дана задача приготовить с помощью родителей угощения для продажи на ярмарке. По словам педагогического состава школы, ребята с данной задачей справились отлично. Пришла со своими детками поддержать их, поддержать наших учителей. Очень радовались, очень стремились, стали в школу, так рано и не встают, как в 7 часов проснулись, прийти на ярмарку. Организовано вообще на высшем уровне, очень понравилось. Все мамы постарались. Очень вкусно, аж смотришь, сразу наедаешься. На ярмарке присутствовали и работники городского муниципалитета. Все присутствующие получили невероятный заряд положительной энергии. Учащиеся с 1 по 11 класса принимали активное участие в организации ярмарки. Приготовили наши родители и их принесли на ярмарку. Здесь есть пирожки, булочки, разные пирожные. Я принесла это пирожки с вареньем. Мне понравилась эта ярмарка, потому что здесь было интересно, было много всего и было весело. Это очень хорошая ярмарка, мы продаем вещи, все вкусное, свежее. Ежегодное проведение таких ярмарок способствует сплочению школьников, формированию таких качеств, как щедрость и открытость, умение работать в команде и развитию интереса у учащихся к изучению и использованию осенних даров. Все вырученные средства с продовольствия будут направлены в фонд школы, отметили организаторы ярмарки. Бурлия Цамбиева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».